Всем привет! Это Хижина Музыканта, меня зовут Раиль. Сегодня видео называется «Реально ли исполнить песню «Одуванчик» Тимы Белорусских на гитаре». В конце видео разыграю три моих видеокурса, гитарных и вокальных, для тех, кто хочет мега круто, вкусно и душевно исполнять песни. Многие спрашивают, откуда взять аккорды современных песен. Если пока сами не умеете это делать, то скачивайте удобное приложение Guitar Tabs. Находите текст нужной песни, смотрите, как зажимается по схеме тот или иной аккорд, даже самый необычный и сложный. Транспонируете песню в удобную вам тональность. Огромная база песен, которую можно пополнить собственными песнями. Плейлисты по настроению и назначению. Ссылочка на приложение в описании. Чекайте. Полный функционал, всего лишь 75 рублей в месяц. Унеси меня в наш завтрашний день и подари мне разноцветные краски. Я зарисую на твоем лице тень и дорисую только яркие маски. Мы будем долго петь про солнечный день и бегать босиком по теплому тротуару. Только не забывай меня насовсем, ведь я тебя никогда не забываю. Меня ловишь руками, как солнечного зайчика, а я скольжу по твоим губам. Ты выдыхаешь на меня пух одуванчика, чтобы я тебя не поцеловал. Ты меня ловишь руками, как солнечного зайчика, а я скольжу по твоим губам. Ты выдыхаешь на меня пух одуванчика, чтобы я тебя не поцеловал. Меня с собой насовсем, закрывай своей рукой от снега с дождями. Прижимай меня ладошкой к себе, обещай, что меня никто никогда не раздавит. Даже если все очень плохо и на улице грустные будни закрывают дверцы, улыбайся как можно громко, сохраняй меня оберегом своего сердца. Ведь мы с тобой встретимся однажды, ты будешь в небе ждать свет от кометы. И когда звезда будет лететь, загадай желание, чтобы я стал человеком. Ты меня ловишь руками, как солнечного зайчика, а я скольжу по твоим губам. Ты выдыхаешь на меня пух одуванчика, чтобы я тебя не поцеловал. Ты меня ловишь руками, как солнечного зайчика, а я скольжу по твоим губам. Ты выдыхаешь на меня пух одуванчика, чтобы я тебя не поцеловал. Это реально сыграть. Ну что, давайте разыграем три моих видеокурса. Копируем ссылочку. Видео «Гитарист в чат рулетки», в котором я просил вас оставить комментарий, подписаться на канал и поставить лайк. Переходим на рандомайзер под названием Uncle Group, вставляем ссылочку и нажимаем «Randomize». Сейчас узнаем, кто получит мой новый видеокурс «Король аккомпанемента». Итак, Дмитрий Корюков с комментарием «Класс» получает от меня цельный, полный пакет видеокурса «Король аккомпанемента». Свяжись со мной, и я тебе вышлю курс. Дальше посмотрим, кто получит курс для новичков под названием «Освоим гитару за 7 дней». Поехали. Курс достается человеку под ником Калистратов Про. Как раз ты хотел курс, ты его получаешь. Поехали, разыгрываем дальше вокальный видеокурс. Вокальный видеокурс получает чувак под ником На Вик или Чувиха с комментарием «Прикольно». Всех поздравляю с победой, напишите мне ВКонтакте, я вам вышлю курс. Если и ты хочешь поучаствовать в розыгрыше данных видеокурсов, то три условия. Ставь лайк, подписывайся на Хижину Музыканта и в комментариях напиши какой-нибудь комментарий. Допустим, любимую песню Тимы Белорусских. Кстати, ребята, у меня вышла новая песня, называется «Не влюбляйся». Не влюбляйся, я не твой герой. Ссылочка на скачивание в любых мус-площадках будет внизу в описании. Переходите, слушайте, ребята. Ну что, друзья, увидимся, до скорых встреч и пока.